Посмотри, как ты прекрасна, посмотри, как ты мила. Вся в снежинках. Седовласка, потому что ты сама захотела все оставить, захотела ты уйти, но пойми, душа живая, она теплится внутри. Ты всегда такая душка, ты такая молодец, но пойми, моя подружка, не всегда тебе нет. Ты, похоже, заблудилась в этих соснах, как всегда. И твоя душа искрилась. И настали времена. И теперь ты только дышишь, ты судьбою польщена. Вот смотри, живешь и слышишь. Слышишь больше, чем сама. Ты же знаешь, как напрасно могут люди все сказать. Ты же знаешь, ты прекрасна. И зачем же так страдать? Ты подумай над судьбою, ты подумай над собой, как ты можешь быть рекою, как ты можешь быть горой, как ты можешь все уладить, все наладить и прийти. Ты подумай, жизнь гладь-то. И, пожалуйста, живи. Ты живи и наслаждайся этой жизнью. И моей, нашей жизнью наслаждайся, нашей жизнью. Свет. Поверь, свет, поверь. Ух ты, спасибо огромное. Да, там очень много всего сошлось, кстати. Да, 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 да. Оно. Потому что, ну, Сириус А, самый мой первый сеанс. Значит, лед, иглу, такие вот домики, да, и кристаллы прям растут из поверхности, там очень холодно, да. Что там еще? Ну да, в принципе, моя жизнь, но я уже все поняла, как все исправить. Я сначала же на себе проверяю, а потом вам всем рассказываю. Да, ну все так, у каждого свое. И это постоянно, это работа над собой, она постоянная, то есть там. Потому что вот как раз о том, о чем всегда все спрашивают, и очень многие думают, что один раз освободился, все прекрасно, все можно, да, но это постоянно, да, как я тебе говорила, перечитываю, что пишу, передумываю, что сказала, анализирую, как сделала, как ответила, как поступила всегда. Да. В принципе. И первое, жалко, что не записала, что я свалилась. Мне всю жизнь говорили, что я с Луны свалилась. Вот прям с детства точно свалилась. А я это слово идет, думаю, ну как-то некрасиво. Да, вот так и говорили в детстве. Слушай, ты классно считываешь вообще. Да, вот. Кстати, обращайтесь, я поставлю ссылку на канал. Да, очень интересно, ты реально считываешь. Потому что я чувствовала, ты у нас, как знаешь, связь была. Я просто я чувствую энергетически, оно вот так вот. Сейчас еще подожди. У меня как будто этот оргазм приходит вот сюда, вот так вот. Вот и что? Ну, Интересно. видишь, ну, пусть люди к тебе приходят, вот они тебе очень интересное видео. Ты покуда все узнаешь, ты покуда унесешь все свои пожитки с нами потихонечку возьмешь. Мы с тобою все тут рядом, мы с тобою целиком. Ты не бойся нас. Мы Ты не бойся наших, ты не бойся нас. Мы рядом, мы тихонечко
зажжем. Мы такие, как ты знаешь, мы такие, как могли. Мы такие, ты не скажешь, потому вот там пути. Мы не просто так живем тут, мы с тобою видим свет. Нам не нужен дядька больше тот. Нам нужна и все. Я не знаю, что за это. Нет, просто очень тяжело, когда записываешь, и ты знаешь, о чем я говорила, да? Что вот эти вот, да, тут тоже видео, тут подкасты. Вроде как знаешь всю информацию, но из тебя ничего не идет, когда открываешь этот рот, потому что понимаешь, столько людей смотрит. Ну, та-дам! Да, первый выход, все хорошо, все поймут. Кстати, люди любят, когда натурально все. Поэтому я сильно не стараюсь, да, с этими микрофонами, как я говорил, да, купите там все вот это вот, да, все просто. И вот тоже мама 4 детей. А, тоже 4? Ну, ты же сказала, у тебя 4 детей. А, ну да, я 4, да. А я думала, у тебя 4. У меня 4, да. А, тоже, да? Да, мальчик, девочка. То же самое, мальчик-девочка. Видишь, поэтому ты ко мне пришла на сеанс, и теперь к тебе будут приходить люди, ты будешь им поэтию читать. Вот, спасибо большое. Хорошо. Пока. Ну все.